Привет. Да, буду снимать, как ты играешь.
возлюбленный Господом церковный колокол возвещает нам о том, что наше богослужение подходит к своему концу, и хочется поблагодарить сегодня Господа за то, что вот у нас с вами есть такая возможность услышать вот эти, не побоюсь этого слова, небесные звуки органа, воспарить в небеса, воссоединиться с Господом. Пусть Господь благословит Игоря Олеговича, нашего кантора, благодаря которому мы постоянно находимся в этом замечательном духовном и душевном состоянии. Пусть Господь нас благословит. Друзья, разрешите, как всегда, пожелать вам хорошей благословенной недели. Мы действительно не знаем, что день грядущий нам готовит. Опять вот эти усложнения, опять эти, так сказать, какие-то трудности, которые возникают вот с этим заболеванием, да, с которым никак мы не можем разобраться. Уповаем на Господа, друзья мои. Все, что Господь усмотрел для нас, оно обязательно будет с нами. Господь защитит, сохранит, благословит. Об этом даже не нужно переживать. Наша с вами задача – следовать за Господом, пребывать в Нем, на Него уповать. У Него сила. Ничто и никто не может противостоять Господу. У Него защита, и у каждого из нас есть свой ангел-хранитель. Совершенно очевидно, друзья мои, наша с вами задача – быть в чистоте и святости. Пусть Господь нас благословит в этом. Друзья, попросим у Господа благословения на наше общение в книге Бытия 472. Собравшись пред лицом Твоим, за все Господь благодарил, Ты насыщаешь целый мир, и О, кашка. Кашка. А, спасибо. Давай, Павлик. Ой. Так, я вам кашу. Ага. А малыша как? Да, кашу мы едим, да? Будешь кашу? Будем кашу. Будем кашу. Давай, садись. Thank you.
Thank you.